Короче, я решил так. Я больше не рынжевик, я буду милишник. Я уступлю эту роль кому-то из вас. На Рафеде, да? Ты где, кстати, на серве? Я... Синяя пати. Где-то на серве. Ты только заходишь? Заходи в синее сразу. Я тебе отдаю платиновый лук, все, ты рынжевик, поздравляю. Я буду милишник. С луком бегать. Ну, с винтовкой будешь бегать, не? Хочешь? Я не хочу бать с патронами, это точно. Там посмотрим. Заебали, блядь. Это игра, она такая, ты anyway, ебешься с чем-то на любом классе. Ну, на... Сори. Гурман или кто там? Я поджигатель. Я не хочу... Да, это я помню. Короче, мне похуй, ладно, я буду милишник. Мне не дали объявление сделать, нахуй. Я хочу быть милишником, мне надо добыть... О, ты мне очки отдал, спасибо. У меня этот работает шлем, подожди. Сквозь очки. Да, работает. Спасибо, что вернул мне мои очки. Короче, нам надо найти меч мне. Его найти можно на старте игры. Суть в том, что нам надо найти святилище меча. Объясняю, как выглядит, блядь, святилище меча. Ты идешь, короче, по карте, вот по поверхности вдоль, да? И видишь такой столб, нахуй, типа из земли. У меня, кстати, со свечением пиздец. Столб из земли такой, типа, ну, туннель в один блок. Толщиной, понял? Это значит, что там святилище под ним. Понятно. Да, и нам... И суть в чем? Этот меч... ну, короче, в святилище есть шанс, что, ну, там, меч может быть, ну, паленый лежать. Вот, и есть шанс, что там будет хороший меч лежать. Вот, и там, как бы, два типа мечей. Есть зачарованный, есть, я не помню, как он, арахис называется, что-то такое, араклис. Арахис. Да, аркалис, что-то такое. Вот нам нужен аркалис, и, типа, у него шанс меньше. И, как бы, святилище, оно даже не факт, что в мире. Я не знаю, какой здесь размер мира, кстати. Я не помню. Надо было просто расспрашивать. Вот, освещение, цвет, все. Вот, и, короче, нам надо пройти мир вдоль и поискать это святилище, чтобы там, типа, найти этот меч. И если у нас не выйдет, то нам надо будет потом в какой-то момент, потому что это меч — это важная часть моего билда, ну, рили, то надо будет, типа, создать новую карту огромную и пробежать ее быстро, разделиться по поверхности, искать это ебаное святилище. Вся история. Кто белок наловил? Я. Поэтому я предлагаю, во-первых, ну, типа, я хочу пойти сейчас искать этот меч. Есть добровольцы? Я уже в землю. Как ты? Я тут въебал. Я с тобой, Федь. Подожди. Ну, дом уже построен твой. Ты это, блядь, домом называешь? Ладно, не, ну слушай. Как скажете. А, где золотые блоки, да? Здесь золотые блоки. Да нет, блядь, где там двери, комнаты, стены, блядь. Хоть что-то нормальное, лестницы адекватные. Я, конечно, ну, как бы старания Арсюхи не принижаю, а не это. Не подумайте, что Арсюхи нет, и я душу его постройки. В крысу за спиной. Но в целом хата такая себе. Да, это рели искажение, я его нашел. Ебать, там звук, конечно. Я уже просто снизу бы находил. Кого, святилище? Искажение. Бля, гость искать святилище, я хочу святилище ебаных. Ну и так ты же ищешь его, я за да, так нет, есть кстати, шанс, что, блять, я не найду на этом мире, нам нужно будет новая карта. Чтобы просто ее пробежать по поверхности, проэксплорить, найти святилище. Неужели здесь не будет что-то другое? Есть шанс, что он, во-первых, не заспавнится, это одно, а второе то, что там этого меча не будет. Это вообще один из немногих итемов, которые ты не, ну, которые есть шанс, что нельзя за один мир добыть. Так. Было написано там, где я читал. Местник. Да. А у него, ну, типа, этот меч, он типа стартовый, по сути, не то чтобы очень сильный. Но у него есть одна тема, я не буду пока, ну, рассказывать, спойлерить. Я с ним смогу до конца игры ходить. Потому что я мало того, что хочу в милишник, я хочу именно, понял, чисто танком быть, вас будут закрывать. Своей тушкой. Да, в этой игре разве так это работает? Да, да, тут, ну, в этой игре как раз таки, в отличие от той же Divinity. Если, ну, типа, я посмотрел, реально можно сделать билд челика, который дефает тиммейтов. Типа, у меня будет, ну, я буду не дэмэдж-дилер, типа, у меня будет урон, но не дэмэдж-дилер, скажем так, да? Не колоссальный. Но при этом у меня будет маза, типа, сделать так, чтобы вам пизды не давали. И, типа, это меч, это, ну, это одна из самых важных частей этого билда. Я соснул хуйца. Да. Пошли искать, поджигать. Ну, на пимич. Да, сейчас. Я соло вообще нихуя не могу мир исследовать.
Ну, типа, по плану нам надо скрафтить, блять, броню, ладно. Из какого-то металла. Ну, в идеале, типа, найти платины на несколько сетов. Разъебать классы, потом начать уже крафтить сеты на классы. Ну, короче, типа, на мага сет в джунглях. На рейнджевика в данже, на милишника, ну то есть мой сет, он, ну, получается хуёвый сет, ладно. Потому что в багрянце, сука, лучше. Который? Да, это для рейнджевика, с костей и паутины. На милишника, ну тут на выбор два, я говорю, в багрянце лучше будет. Там теневой или типа кровавый? Блять. Кровавый просто, он реген хп дает, когда на месте стоишь. Я думаю, на танка был бы лучше, а теневой, типа, ну, МС, ну, МС, по-моему, скорость атаки повышает. Вот, ты что, крюк-кошка есть? У кого? У тебя. Нет, у меня есть сапоги Гермеса. Нет, стоп, у меня есть снежная буря в бутылке и сапоги Гермеса. А ты там куда-то не смог залезть? Угу. У меня дабл, у меня даже не то, что дабл, я понял, ну, я прыгаю, зажимаю, у меня такой длинный прыжок. Кошку надо в джунглях фармить, не? Или на обычных мышах, она, по-моему, с мышей выпадает. О, снежная пушка, выглядит круто. Бля, забыл как дышать. У тебя ж когти есть, по идее, нет? Что ты там пропрыгать не можешь? У меня когти есть, чтобы цепляться. Ну, ты цепляешься, прыгаешь, цепляешься, прыгаешь. Не, вообще здесь так не работает. По-моему, работает. Я вот так могу, смотри. Оп, нахуй, спускаюсь. О, сука. Там искажение дальше. Бля, вот искажение надо толпой проходить. Соляру не пройти его. Го, быстро обойдем, Федь. Долго. Ты мог, ты искал бы, я бы тебе веревки бы сделал. Фарма. Или нет? Я хуй знает, как будет пойдем. Ну я цепи, дал их пизжу, как байкер. Как пройдем? Я то почти прошел, у меня в конце просто там, блять, на, ну, дерево не мог обойти, и, блять, я пока замешкался, меня разъебали. Смотри, видишь, мы проходим. Так, сейчас я веревку приготовлю, жди. Блять, это серьезно? Вниз, что ли, хочешь спуститься? Нет, чтобы, ну... Ладно. Чтобы подняться, а не спуститься. Вярь. Дядя, блядь, ты чуть не упал. Что это за хуйня вообще такая на песке? Какой-то камень серый, я такого раньше не видел. Не знаю. Ай, 50 урона, блядь, да ну нахуй, за ударов убивает вообще. Куда ты вперед убежал? Угу. Исключительно моя ошибка. Я снежки крафтил. Я понял. Да я что-то побежал, думаю, ну сейчас Федя как раз подойдет, поможет. Ага. Нет, здесь есть зелье, да? Если грибом, да, я отхилюсь. Надо проходить, не задерживаться. Проходи, не задерживайся. Да. Блять, как же их много. Накидать этот сюрикен, блять, не сюрикен, а бумеранг, и потом ножи сразу закидывать. У меня, правда, кончится скоро. Это же не мальчат, а? Не давай ему ударить, он там убьет нахуй. Давай, проходим. Ты не сломаешь это, даже не пытайся. Ты застрял там? Федя, блядь! Сейчас я сделаю, на. Я почти не сделал, правильно. Осторожно, тут колючки такие, они дамажи, да, вот я вот про это. Я вижу джунгли, кстати. Как же тяжело без крыльев. Без крыльев, но с крылья, знаешь, когда будут? Ага.
Ну, по сути, после стены плоти сразу можно уже там быстро. Всего-то после стены плоти? Да, не раньше. Представляешь, это в аду, вот это ину ебота. Ой, я понял. Умер, чела ебаная. Я даже не видел, ну ладно. Егор, ты чем занят? Я копаю. Да, как же меч найти? Занять. Как же найти меч? Сможешь мне это пасть? У меня нет ничего, чтобы, понимаешь, с вами ходить. У нас тоже ничего нет. У вас бутылки хотя бы есть, вы там дайте как-то. Нет, мы веревки кидаем. Я в виде кидаю веревки, потому что у меня нет ничего. Я нашел сундук. А, здесь есть палка, как у Егора. О, я хочу такой. Забирай. Сейчас я посмотрю. Забирай все там, зелье возврата, фласки, бутылки, деньги. Просто взять все, жми нахуй и... Зелье, по-моему, скорости, да? А, это кожа железная. Так. Звучит хайпово. Бля, Федя, летучая мышь! Федя летучая мышь. Федя Бэтмен. Федя такой в плаще стоит черным. Что ты сказал, мол? Я Бэтмен. Где детонатор? Сука, съебалась. Сундук ломай еще. Ща, подожди, я еще посох. Как он вообще, блядь, выглядит? Блять, палочка, не посох. Же... Федя, говорю, забери все. Ты че, рофлишь? Ты что-то выбираешь? Я забрал, я в инвентаре искал, блядь, где это меня. Ну как это потушить теперь? Мы чё, богатые? Ты чё, не забираешь? Ты именно чё? Бомжи, бомжатские бомжи. Осторожно, эта штука убьет тебя нахуй. Пиранья, Федь! Ну, кстати, Ctrl Dash Roll по-прежнему работает. Хочу дабл джамп. Где мы взял? Бля, я могу отдать, если честно. Могу подарить, правда. Да бери. Не, я могу отдать, хочешь? А смысл? Ну, в смысле, смысл? Ты веревкой им пользовался нормально, не... На, да, на, собирай. Правда, на. Собираешь? Yeah. Блять, без даблджампа-то тяжело-то теперь, сука! Да. Ну, что не сделаешь для Феди? Летучий мыши. Мой друг летучий мыши. Второй прыжок, он не работает, да, не работает. Если второй прыжок. Ой, я нашел охрану Ксильбан. 4 защиты, увеличивает скорость движения на 5. Вот это мое, нахуй, я тебе отдал. Понял? Тут вазы есть, их бы ломать, они такие, понял, как из этого. Ты сено, что ли? Ты, Федь, спидранишь, я теперь без даблджампа. Угу. Теперь я тут как бы на роли этого. Догоняющий. Да. Ты хочешь вниз спуститься? Нет, я хочу, тут сундук был просто, лут собирает. Блять, тяжело. И ты банер. Ты не киса, ты летучая мышь. Блять, это хуйня вообще палка? Это херня вообще палка. Ты, блять, сам это хотел, ты в курсе? Да кто знал, что она настолько мало дамажит? Так в смысле, блять, мы начали играть, тут все мало дамажит. Ну и типа это режим хардкора. Нормально закончился. Скорее мобы жирные. Я не знаю, тут короче да. Не, пушка была просто как-то интереснее. Какая пушка? Я тебе хочешь отдам снежковую пушку и бар? Я хочешь тебе отдам лук платиновый? Нет. Не лучник вообще ни разу. Вообще ни разу. Я сам тогда снял. Блять, как попасть. Так, ты в курсе, что мы светили. Мы уже скоро на круг карты будем, а святилище не нашли. Значит, в другую сторону надо было. Ну типа на большой карте как бы есть шанс, что оно одну будет. Может даже два. Ладно, посмотрим. Типа у меня просто есть подозрение, что возможно оно, ну типа понял, оно... Столб вот этот света, он не доходит до поверхности. Ну столб вот этот, типа туннель. Там просто это святилище так выглядит, типа понял, такой туннель на небо, и типа ты когда спускаешься, там солнечный свет типа такой попадает на меч в камни. Да, и нам нужен этот ёбаный меч в камне. Ёбаный король Артур, блядь. Да. Ну, типа, если мы сейчас не найдем, мы, конечно, можем чем-то другим пока заняться, но... Типа, на стену плоти без этого меча не, ну, не ноль смысла. Да нахуй стену плоти? Мы обсуждали то, что хорошо бы глаз вообще. Да я думаю, мы разъебем глаз, я в вас верю. Палок у него будем гасить. Не, ну блять, а что ты мне говоришь? Ну если типа говорить за глаз, то мы к моменту, когда придет глаз, у нас они нихуя не будут, бомжи ебаные. Мы в лучшем случае, ну, обычный армор скрафтим из железа там.
знаю, или из платины, ну просто из металла, который бы бафов не дает, кроме брони. Что-то глаза наседают, тебе не кажется? Ночь. Разъебано. Находим. Ай. О, ты видел, как надо кувыркаться? Ну, в пустыне короче, святилище меча, оно только в одном биоме. Вот в этом, в зеленом. В обычном лесу. Понятно. Спавнится, да. В сути, в остальных биомах даже нет смысла задерживаться. Бля, хорошо, что у нас оба их ботинки эти есть, а? Угу. Ну, в общем, быстро сюда посмотреть? Че еще раз? Игорь, ты хочешь там что-то посмотреть? Я посмотрел, да, ну вдруг... О! О! Это оно! Это меч! И он не глубоко, посмотри как он. Бля, вдруг там хороший меч? Да, это хороший меч! Ну выглядит как подделка. Блять, это подделка. Выглядит как подделка, подделка и есть. Сука. Я ебал. Ну, главное, на краю мира, понял, да, в таких ебенях. Ну, пошли, может, еще будет. Есть шанс, что еще будет. Оно, кстати, обычно пиздец глубоко. А это, смотри, как оно не глубоко было. Обычно этот меч в таких ебенях рыли под землей, а здесь он просто видел. Вокруг него земля. Ты сам себе песком засыпал. Ты сам себе песком засыпал. Да. Бывает так, офигеть. Разрезан пополам песком. Пиздец. Нет слов. Есть, сможешь ты пашнуться же? Да. Сейчас, а у тебя когтей, кстати, нету, ты не можешь лазить по стенам? Нет. А у меня есть. И... Жаль, что у тебя нет. Я не хвастаюсь, не, ладно, я так. Бля, Федь, нужна веревка мне тут. Кто умеет пользоваться, кто-то, у меня ее даже в принципе нет. Так я поэтому тебе и отдал, я считаю, что так профитнее, потому что ты отставал. Ну, ты ни веревки, ничего не юзаешь. Звезды забирай, раз ты маг. Ну, кстати, если вот эту пальму срубить, с нее крафтится, короче, мебель другая, типа, понял, это другой тип древесины. Конец же, да? Здесь на дне должен быть сундук ну, подводный, давай попробуем. Просто такая сет... О, тут не глубоко, ебать, заспавнилось хорошо. Здесь трубка для дыхания, мне нет слотов, ты сможешь собрать? У меня немного тоже, попробую. Там трубка для дыхания есть. И она бы мне сейчас пригодилась! На какой слот она, блядь, вообще одевается? Ты ее в руках должен держать и... Понял? Ты, как трубочкой дышишь. Бля, червяк! Иди сюда, сука, давай! Типа, она... Ну, она юзерис, объективно. Блядь, нам придется под водой давать. Давай. Я демоническую руду нашел. А ты ее собрать-то сможешь, хули толк? У меня лавянная. По идее, должен смочь. По идее, должен смочь. Реально? Ты чё, у тебя есть зелье возврата? Ты пойдёшь всем домой? Мы прошли всю карту, нашли святилище, но мы юзались. Ты сможешь тпшнуться или тебе дать? Могу. Я тпшнулся. Это пошло. Бля, хочу себе доспех скрасить. Сейчас ночь, кстати, надо пойти поспать. Я заебался уже. Давай. Пошли и дальше исследовать все брони на крафтом. Сейчас, кстати, смотри, у вас сачки есть? В смысле? Ну, сачок-то покупал у торговца? Нет, девочка такая. Короче, если увидишь рыбу, которая ходит на ногах сейчас, ну, потому что дождь, ее не убивайте, ее над сачком ловить. Мы из нее сможем суп накрафтить пиздатый. Короче, рыбу не убивай, ходячую, у меня зови, я буду собирать ее. Так, пилка, баня. Че купить? Ну купи, да, и сам рыбу с очком лови, не только рыбу. О, я нашел кандалы. Шанс крита плюс. Сука, пчела, отъебись. Синие ягоды нашел. Че, попытаем счастье в той стороне карты? Ну да, уже в той же попытали. Ну да, здесь, кстати, молния ударила и земля загорелась, хуй, да? Здесь, кстати, есть примитив Repair Kit. Да, он нужен для починки вещей. Мы... Ну, да.
Кстати, ледяной бумеранг тушит огонь, слышь? Понял. Тебя обычно идем. Сейчас, типа. Боевой маг. В платье. Со шваброй. Рокки джампер. Тряса. Зачем он? Рокки джампер? Ну. Федь, зачем нужен рокки джампер? Ага. Рокки джампить. Что для него патроны? Гранат, да? Я не знаю. Динамит. Я не знаю. Золотых стоит так-то. Да, он дорогой. Ну это просто под себя ракеты хуяришь и. И летишь. У тебя есть. О, рыба, рыба! Федь, у тебя есть баф сытость? Ты кушал еду? Нет. Да, иди сюда. А у тебя нету это под тай или как-то? Я куда-то положил. Под тай блюдо. Ну схавай, бери, схавай, пошли. Бля, нам через люк вода затекает. Блядь! Надо слив делать. Рыбу с очком, вот видишь, что я делаю? С очком. А, не купил? Нет, жаба душит. Блять. Ну ладно, похуй, одного хватит. Ты, главное, рыбу не души, чтоб я ее ловил. Не зря заешь брал. Теперь, видимо, у меня баба до конца дня. Че ты не перекуркнулся через него? Страшно. Нормальный человек. Пчела, пчела, пчела! О, ну все, рип. Ты пчела, я пчела, Огонь. Вот. Гор. Вон, она стояла. Бля. Я убил. Бля, теперь тут урон на холодной воде получаем. Ты летающая рыба, она опасна. Я не против, чтобы в неё ебаться. Душим его, душим. Федя, что ты меня продал? Шляпа-зонт. Защищает вас от дебафа горячо. Федя, что за нахуй? Федь, хочешь шляпу-зонт? Нахуй не шляпа-зонт. Ну, на голову оденешь. Социальный слот. Это... Визуальная, не броня. Хочешь? Я понял, что... И от дебафа горячо защищает, на. Помянем. Помянем. Так, Рядом если медуза светится так, как будто на ней электричество. Да, и она не. Бить. Она не получает урон. Не наебала. Она не просто так светит. Да. Совет от Егора, на. Новая рубрика. От мертвого. Совет из таверны. Совет из того мира. Совет из таверны. У нас дома небольшой поток. Да мы в курсе, блядь. Арсюка слив не предусмотрел. Почему? Его же здесь нет. Поэтому, ну да. Блядь, Фёдор! На кой хуй ты мне бросил? Ёбаная ледяная метель, где это могло не было? Да ты нахуй ты читаешь, что этот чат наёбывает. А чего я умер? Ну от рыбы, наверное, водяной, я не знаю. Я там не Летающий, было. В смысле. Рыба водяная. Это я выйду. Рыба. Бля, я замерзший прыгнул в горячую воду в пустыне. Она Лоб, мне типа дебаф дает. Типа я замерзаю. Блядь, ебаная рыба. Тут под водой нет. Огонь горит. Она пидорская. А ты не топаешься уже, все? Нет. Ну что-то, не знаю, может там где-то есть это зелье? Но у меня его точно нет. Я быстро догоню, наверное. У меня есть еще один зонтик, тебе нужен? Мне нет, у меня очки в социальном слоте. В тебя молния упала, слышь? У меня второй раз молния. Ебать, мне выпали древние теневые ботинки. С монстра, слышь? Нахуй весь древний теневой сет можно выбить. Что такого монстра? Ну, летающий фиолетовый монстр из искажения. Они дают, короче, 6 защиты и скорость ближнего боя на 7% поднимают. Теперь я быстрее бью цепи, ебать.
Что смешного? Да это как... Блядь. Я что-то вспомнил эту Игру престолов, типа. Баба, разбившая цепь, или как называли. Теперь я тебя догоняю, Федь. Вот оно как в жизни бывает, а. Получается, типа, два раза молнию поймал этот вор? Ну, возможно, да. Ну, а... какой-то... Люди же в мол... ну, в людей же молния бьет, блять. Ну, блять, я не знаю, если ты говоришь, я просто шел и умер, то я полагаю, в тебя бьет ебаная молния. Ты думаешь, здесь для игры сута грамма отвода есть? Не знаю. Неправда для красоты, ведь есть я. Нахуй громадон. Я красивее громадон. Короче, ну нахуй эту грозу ходить. Федя третий раз молнию ебашит это же. И трапдор была хуёвая идея. У нас из-за трапдора рили хата тонет. Надо слив как-то продумать было. Я плохо под водой тоже дышать могу. Вон палку уже взяли же. Палку. Скоро скрафтим эту фигню, чтобы под водой дышать, в ихтиандров превращаться. Не, это вообще ни разу не скоро, Егор. Ну. Ой, идите ко мне кто-нибудь, у меня есть свинцовые ботинки. А трусы есть свинцовые? Нет. Жаль. Шапочка из фольги. Шапочка из фольги я взял. Шапочка из фольги. Это, да, это сильная хуйня. Хотя вроде у нас у каждого есть шапочка из фольги, такая желтая, с фонариком. Короче, на меня что-то типа кровотечение вешает. То есть, короче, если сигнальный огонь, короче, в землю втыкаешь, и через него стреляешь стрелу, и оно загорается, прикинь. Ну, или ты, допустим, своей палкой выкинешь искру, а я сквозь искру стрельну стрелу, она об искру загорится, и уже горящая приземлится. Ну, проще просто горячих стрелов. Так, я ну, внизу, слушай, не, я не про это, не про то, что надо обустить, а про то, что такая механика. Влад, ой, Влад. Иди сюда, я тебе броню дам. Влад, нужна инфа. Что? Я был внизу, и у меня здесь землетрясение. Я в душе не ебу. Чё это? Сойдёт за инфу? Мы не нашли меч, я чё могу сказать? Поздравляю, парень. Мы даже не дошли до той части карты. Я ебал там зимний биом. Ну типа смотри, шанс того, что там будет еще одна... Ну есть. Еще одно святилище? Катастрофически уже мал. А шанс того, что в этом святилище, типа, ну, будет этот меч в сумме, типа, что он так прокнет, еще меньше. Я нашел этот. Ну, дождь кончился, пошли. Железные рельсы? Мы все-таки да. До конца карты сначала. Да. Короче, я не знаю, как вы, парни, я лоббирую за то, чтобы бросить силу на поиски меча. Жестокий браслет регенерации. Плюс 4% скорость ближнего боя. Ой, слышишь, Егор. Ты как говорил, бы, ну, что не... Я милишник. Не обессудь, да, но я говорил, что я милишник уже. Тем более на реген. Отдашь потом? Ладно, я тебе какой-нибудь... Mm-hmm. Блять, мне нечего тебе дать, извини, Егор. У меня все арты, ну, на милишника. Ну, могу, ладно, браслет на... Нет, не могу, сори, он броню дает. Прости. И когти не могу дать, у меня тоже они дают. Короче, можешь попробовать мою бутылку у Феди забрать, типа. Феди, я догнал тебя, Дим. С кем ты воюешь? Я подожду, у меня ничего нет. Что ты делаешь? Красный. А у меня никого нет, охуенно играем. Слушай, красный таки шариков нет? А, так это кровь, блядь. Куски мяса на земле. Я воюю с кровью. Хотя и Belief in Blood. О, нахуй, ты чё? Бэтмен. Бэтмен. Ты сказал, иди детонатор? Вот она тебе разъебала. Почему? Вот смотри, у меня сейчас опять... Что? А, ты знаешь, что с тобой сейчас происходит? Ты не понимаешь, да? Ты на дебафы не смотришь, почему тебе сейчас по одному хапать. Смотрю, там нихуя нет. Короче, ты встаешь в холодную воду. И ты замерзаешь. Ты теряешь один хп, пока из нее не выйдешь. И потом, когда ты вышел... Пока ты из нее не вышел, ты еще вот, видишь, у меня сейчас тоже хп теряются. Не, было что-то другое, короче. В холодной воде по одному хп теряешь. Да это я знаю, я, блядь. Ты от холодной воды сдыхал просто. Нет, я даже в воде не был иногда, просто стоял на месте, типа, на земле. Может, из-за дождя, хуй знает. Может быть.
Ну еще эти, мне кажется, тем молния нахуй вдремала просто. Зелье лучника. Один раз точно ебало. Остальное охуенно. Ты торопишься. Ты когда дойдешь до фиолетового, слышишь, там оборот избавил? Я пока не на фиолетовом. О, подверил. Я нашел облако в бутылке. О. Дикий. Один скорость ближнего боя. Блять, оставь себе, ладно, дарю. Разрешаю оставить себе, Егор. А вот браслет регенерации не разрешаю. Ты, кстати, в дерево спускался, искал что-нибудь? Нет. А зря. Ну, ты там уже залутал. Не, я что-то... Пошли сходим, нет? Не, пойдем сначала до край карты. Ай, блядь, сука, давай. Жратель ебаный. Мне надо бумеранг получить. Ну что ты. Тебе вообще нахуй бумеранг не нужен для милишников оружия. Ты ближнего боя типа оружие считается. Мне нужно оружие получше. Я тебе предлагал, блядь, платиновый лук. Ты что сказал? Не, не хочу, не буду. Это не получится. У меня грибочек нужен. А ты его продал. Да похуй, бежим, грибочек. Вообще не надо с ними драться, просто пробегаем. Не имею ничего против. Тебе-то легче, ты даблджампишь! Ты, кстати, не туда, да, сюда. Бежим, 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 отступаем. Быстро и беспорядочно отступаем. Бля. Да отступался парень. Красиво. Ладно, я попытаюсь пройти. Центр, как слышно. Продолжаю исследование. Блять, колючка. Центр, центр, я, меня. Have we seen the actual reality of a monster? Crime or merely an illusion, the product of